OMTV.ua про головне. А ми туди своїх пошлемо і пусть убивають. Хватит жалеть! Б'ють вони по Білгороду 24 часа! Нахрен Харків! Нету такого більше міста! Население должно покинуть за 24 часа. Но какое глубокое колониальное наследие на африканское сознание оказал Запад. Такое же оказал на нас. Мы тоже колониальная, колонизированная страна. Мы даже не понимаем, насколько мы колония Запада. Интеллектуальная, культурная, информационная, с точки зрения когнитивная, ментальная. Мы чистая колония Запада. Это славянофилы заметили в 19 веке. В 19 веке мы были колонией Запада. Все правильно. Но сейчас-то мы возглавили антиколониальную борьбу. И начинать надо с себя. Поэтому никакого больше вот западничества ни в высшей школе, ни в одном вузе, ни в одном там университете, ни в школе, ни в детском саду. Никакого западничества. Это враг. Это такой же токсический вирус, как то, что мы имеем дело с Украиной. Мы с этим врагом боремся в Украине, а сами его впускаем. Вот первое. Вот что наша проблема. Вот наш конфликт. Если я правильно вас поняла, то точки конфликта будут возникать там, где проникла вот эта западная колониальная она история. Она везде проникла. В эти существующие колониальные колонизации. Вот именно эти модели будут подпитывать искусственно внутренний сепаратизм в этих цивилизациях. Сталкивать между собой... Ведь что такое страны Латинской Америки? Это постколониальные границы. Что такое страны Африки? Это постколониальные границы. Колонизаторы ушли и оставили за собой... по линии. Да, по линии. Поэтому... А народы где? А народы ими рассечены. Культуры ими разорваны, расчленены. Все это наследие, которое мы получили после колониального форматирования проклятым сатанинским западом всего человечества, это главная опасность. Этот яд вошел глубоко в нас. И борьба с западным влиянием везде, на уровне культуры, ценностей, когнитивных стратегий. А эта задача не только нас. Нас это, я думаю, в первую очередь, но и африканцев, и Мы собрались сегодня здесь для того, чтобы выразить поддержку нашему самому главному и единственному для нас кандидату Владимиру Владимировичу Путину. Человек, который остановил развал нашей страны. Мы пережили 90-е, мы возрождаемся, мы сохранились и приумножаемся именно как нация, как страна-победитель. На международной арене мы выстраиваем многополярный мир, мир справедливых стран, справедливых наций, справедливых взаимоотношений между собой. И мы видим, как все страны в мире изголодали вот по такой сильной и суверенной России. Россия будет суверенная. И она будет великая. И все это благодаря нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин! Родина, свобода, Путин! Ура! Люблю свою работу. Я приду сюда в субботу. Кто болел всю неделю, тот сегодня работает над документами. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись, пора отрабатывать съеденные в Новый год салаты. Как это, может быть, не тяжело сформулировать, но специальная военная операция, которая, конечно же, ведет к взаимным жертвам со стороны российского военного состава и украинского военного состава, тем более, что речь идет о конфликте с братской страной, то эта операция позволила России как-то обнажить, наконец-то, суть своей цивилизации. Ощущение, как будто бы мы проснулись. То есть вот это вот какой-то летаргический сон, который нас охватил с момента развала Советского Союза, он достаточно долго продолжался. И мы из него поступательно, этапами, очень тяжело выходили. Ну вот получается как-то так, понимаете? Главное, усилия все эти направлены на то, Кремля, чтобы заставить Запад потребовать от Украины прекращения войны и оказать на нее давление, чтобы она приступила к переговорам. Запад этого не делает. И мы с вами обсуждали, я вам говорил, Запад никоим образом не будет заставлять Украину вести переговоры с целью мира, потому что, ну, это абсурд. Переговоры, начало переговоров в мире вообще невозможно. А что касается, вот, говорят, Эрдоган очередной раз предложил свои услуги.
переговоры, прекращение огня, переговоры о мире, это в предыдущих двух видео мы с вами обсудили, это удавка, наброшенная на шею, на горло Украины с тем, чтобы ее постепенно затягивать. Это все. То есть начало таких переговоров – это неизбежный провал. Поэтому необходимо настраивать Украину на успех, пишут авторы этого доклада. Перспектива того, что у Украины не останется другого выбора, кроме как переговоры с Россией с позиции слабости – это провал не только для Украины, но для всего Запада, как пишется в этом докладе. Для того, чтобы этого избежать, они представляют обновленную военную стратегию, которая обеспечит победу Украины и поражение России. Вот вам, господа, план «Б», которого почему-то нет. Он есть у Эстонии, план победы Украины. Эстония предлагает его союзникам по группе «Рамштайн», а в Министерстве иностранных дел Украины об этом не знают, что наводит на мысли. А зачем Украине тогда вообще иметь Министерство иностранных дел? Ну и разведка должна была знать об этом. И должна, по идее, в ОПИ Ермака об этом знать. Но если там знают, а МИД не знает, то какое взаимодействие? В общем, полный бардак. Как говорят авторы доклада, мы, то есть члены группы «Рамштайн», мы больше по своей мощности, чем та задача, которую нам надо решить. А вот она задача – обеспечить победу Украине. Наша сила – это размер нашей коллективной политической, экономической, военной мощи. И дальше, вот я вам дам цифры, чтобы понять, о чем идет речь. Совокупный ВВП группы «Рамштайн» составляет 47 триллионов евро. 47. А общая сумма помощи, которая оказывает Украине на сегодняшний день, составляет около 95 миллиардов евро. Ну, тут оказывается, считается, видимо, военная, чисто военная помощь американцев плюс европейцев. Так вот, она составила около 95 миллиардов долларов. То есть это 0,2% всего, даже не процент, 0,2% от совокупного ВВП группы «Рамштайн». С другой стороны, оборонный бюджет рамштайнской коалиции в 13 раз превышает российский оборонный бюджет, который сейчас взвинтили. Он составляет треть расходов, расходной части бюджета на текущий год. И все равно «Рамштайн» превышает в 13 раз, учитывая, что две трети из участников этой группы «Рамштайна», у них расходы на оборону менее 2%. Введение войны в Украине обходится России примерно чисто военные расходы. 10 миллиардов долларов по текущему курсу в месяц. 10 миллиардов в месяц. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.